Обращаюсь к будущим абитуриентам, людям, которые любят, нравятся, которые являются фанатами авиации. Украина имеет очень славные традиции и очень много деятелей авиации мирового уровня именно рождены в Украине. Это и Королёв, Кедр, я заря один, зажигание, который запустил первую ракету в космос. Это и Глушко, который делал двигатели для этих ракет. Это Люлька, который делает двигатели для самых современных самолетов. Также основоположник, по сути говоря, массового производства вертолетов в мире Сикорский, он также выходит с Украины. И вы видите, что Украина сейчас успешно также продолжает развивать вертолетную тематику. В Украине сложилась очень школа высокого уровня в авиации. И основателем, как бы сказать, этой школы является Харьковский авиационный институт, который готовит всех ключевых специалистов для украинской авиации. На Ивченко «Прогресс» практически все ключевые должности занимают выпускники Харьковского авиационного института, показывают очень высокий уровень. И Ивченко «Прогресс», благодаря тому высокому уровню подготовки, который делает Харьковский авиационный институт, успешно конкурирует на мировом уровне, успешно развивается. Поэтому перед молодежью, перед абитуриентами, в общем, я считаю, что очень ответственный выбор и очень интересная дорога. Потому что такое авиация, и не говоря уже про авиационному двигателю, который могут только 6 стран в мире конструировать. Это сложнейшие задачи, а сам авиационный двигатель – это самый сложный, я считаю, механизм, который есть в механике. И вот эти самые сложные механизмы вы, будущие абитуриенты, будете создавать, делать, и мы будем успешно их продавать и конкурировать, и укреплять научный уровень всего нашего государства. Поэтому мы ждем вас в стенах института, мы ждем на нашем предприятии, на практике, чтобы вы лично посмотрели. У нас есть прекрасные экспонаты, прекрасные лаборатории, которые занимаются исследованиями. Много работников делают патенты на мировом уровне. Мы очень поддерживаем молодежь. У нас много молодежи, которые учатся, продолжают учиться после института в аспирантуре, защищают кандидатские, докторские диссертации. Поэтому перспектива и дорога для творческих личностей здесь открыта. Приглашаем вас поступать в институт, который имеет одну из самых современных в мире и экспериментальных, и научных баз. Добро пожаловать в стены института, а затем добро пожаловать к нам на работу, для того, чтобы творить дальше и укреплять нашу родную Украину.